Эй, всем йоу, доброго времени суток. И чё, у нас сегодня новая информация по Hustle Online. Вот, а также мы наконец-таки всё-таки проверим работу автобусника, выгоднее ли работать и стоило ли того это все качать до 9-го левела в этом проекте вообще. В общем, сегодня так-то информационный день, поэтому я не буду сразу вообще как-то вырезать из этого видео что-то. Вот. Прям вот напрямую. Так, все, сдаем, отлично. Теперь мы можем полностью поехать устроиться автобусником. Нет, не можем. Как обычно. Кто поставил, кто придумал этот гидрант возле этой работы? Вот я уже, наверное, 5-й или 10-й раз застреваю в нем. Боже, можно его убрать вообще отсюда, с этой карты? Ладно, сейчас зарезнем заново машину. И, наконец-то, блин, долго качать. Качать вообще нереально долго для меня. 9-й левел, с 8-го на 9-й. Причем даже думаю то, что 8-й левел это все-таки пустышка. То есть до этого каждый левел давал какие-то возможности новые. Так, где у нас автобусник? Вот. Каждый левел дает какие-то возможности. А 8-ка и 10-ка это пустые левелы. И вот после 8-ки до 9-ки качать... Вот, все отметил на карте, отлично. Итак, качать левел с 8-ки до 9-ки, это очень-очень долго. Я прям что-то прям попотел при этом. И у нас разбилось, получается, на два лагеря. То есть кто-то говорит, автобусник, типа, ништяк, работа. Я реально видел в комментариях, ну, типа, опыт там автобусника столько-то опыта дает. Вот мы сейчас проверим. У меня с прошлых серий, сколько я заходил, я не мог в такси, допустим, заработать опыт для прокачки, да? То есть я до сих пор проверяю, у меня до сих пор это и нет возможности, как было раньше. Ну, наконец-то у нас хоть автобусник недалеко от нашего респауна или откуда там, с этой работы доставщика. Сейчас мы посмотрим, сколько на самом деле зарабатывает автобусник, получает ли автобусник опыт. 2000 аренда, прямо как в такси. Надеюсь, это оправдывает того. Блин, да, кто придумал вот это название автобусной линии Джо, блядь. Назвать серию Джо стоит. Также прикол был, я видел Ковалевский сегодня нам поведал информацию о Хасле, о том, то, что... Так, автобусник. Ну все, машину-то оставим тут, заглушенную. Четко. Я думаю, бенз не будет уходить. Видел Ковалевский. Отправили ему скриншот Apple. Вот, по поводу регистрации. Там почему-то и было имя Кузя. И есть смысл назвать, допустим, Джо стоит и информации по Кузи онлайн. Ну а пока мы катаемся, да, на автобусе, я оставлю фрагменты из этого видео для тех, кто не в курсе, почему Кузи онлайн. Вот, поехали, погнали смотреть. Всем доброе утро, друзья. Извиняюсь, что я не в презентабельном виде, я немножко заспанный. Буду вводить вас в курс, так сказать, новостей по Хаслу, информировать вас по Хаслу. И я вот с самого утра читаю то, что нам отвечает Apple, это просто... У меня нет слов, у меня вот самое в конце, это просто гениально. Я не знаю, кто это нам отвечает, я не знаю почему. Короче, смотрите, вчера нам ответили, типа, чуваки, у вас есть слово Android в описании. У нас там было написано для Android и iOS платформ. Окей, еще можно сказать, да, мы виноваты, что мы указали еще и Android в описании. Окей, удалили, все, окей, проверили. Они нам отвечают то же самое, смотрите. И дальше в конце будет топ. Они нам отвечают опять, ваше приложение, типа, загружалось, обновлялось или запускалось очень медленно, поскольку... А они нам присылали скрин уже, типа, какая у них загрузка, сейчас продолжим. Так, смотрите, очень медленно, ля-ля-ля, окей, Леха вот им отвечает. Не могли бы вы подробнее описать, почему загрузка занимает более 10 минут? На вашем скриншоте скорость 8 мегабит, а размер 2,5 гига. С такой скоростью
игра должна занять гораздо меньше, ну, загрузка игры должна занять гораздо меньше 10 минут. Кроме того, мы проверили скорость загрузки по всему миру с помощью VPN, и она составила 20 мегабит в секунду и выше. Какова скорость вашего интернет-подключения? Леха спрашивает. Они отвечают, все то же самое, и вот сейчас просто топ, я не знаю, смотрите. Они кидают скрин, что они уже зашли, и они не могут, они какого-то Кузю вписали, и все, вот они прислали скрин. Что это за Кузя? Мы кинули им данные для входа. Ну реально, что это такое? Что за Кузя? Откуда он взялся? Мы им написали никнейм, номер сервера и пароль, чтобы они могли войти, типа на серв сам и побегать. Что за Кузя? Почему они нам это прислали? Боже. Я не знаю, я просто не понимаю, пацаны. Почему-то мне кажется, то, что кого-то бреют тут и по полной, вообще без всего, по полностью. В общем, походу, я, как и говорил, может быть, нам не ждать Хаслу в этом году. А что вы думаете на этот счет? Вот, по поводу вот всех вот этих, да, оттягиваний, релизов, по поводу ответов Apple. То, что сначала они убрали Android из описания слова, да. Теперь вот такая проблема. Потом снова им не хватает загрузки в течение 10 минут и того подобного. Как вы считаете вообще, когда выйдет Hustle, напишите в комментарии. Я обязательно прочитаю. Так, ну а по поводу автобусника. Катаюсь, и видно, да, то, что всего надо 6 доставок сделать. И у нас получается, нам не платят за то, что мы тут катаемся. То есть я так понимаю, то, что нам заплатят в самом конце. Интересно, какая все-таки это будет сумма. Или же нас тоже пообреют, как Ковалевского Apple, да, с релизом выхода Кузя онлайн. Ну а тем временем у нас остается последняя доставочка. Ладно, хоть хорошо, что вот эти точки, они находятся недалеко друг от друга. Там порядки 200, 300, 400 метров. Вот, поэтому это упрощает задачу работы автобусником. И вот долгожданный момент. 2678. Блин, спорно очень... такая работа по поводу таксиста или автобусник очень непонятно. А вот сейчас мы смотрим то, что 1900 метров ехать на этом автобусе. Сейчас вообще сработал полный рандом, и явно нет, эта работа того не стоит, чтобы копить опыт до 9 левела, потом еще мучиться с управлением этого автобуса, потому что на маленьких скоростях он как будто прожимает ручник. И, то есть, как только отпускается газ, он начинает резко тормозить. Так. Что происходит? Я не понимаю. Вот это баги, лаги. Он настоит. Господи, надо поправлять по поводу вот этих мусорок, гидрантов вообще, всего. И что с этим связано? Ну ладно, с этим я с вами прощаюсь. На этом видео, думаю, пора заканчивать. С автобусами все понятно. Всем чао, пока.